сегодня 8 октября 2011 года. Сегодня я пару дней назад, позавчера вечером, точно приехал в Анталию, прилетел так погостить на несколько дней. Сейчас вот иду на встречу с Блэкбордом. Давно уже месяц почти не виделись, где-то недели 3. Так вот, ну и все, пока. Так, вот я пришел на место встречи. Никого нет. И не знаю, когда они еще и будут. Так, пока может поразминаться, не знаю, что делать. Эх, мамбики мои, мамбики. Договаривались встретиться в парке, все к Дэну пришли. Один я только послушал, в парк пришел. Сейчас иду к Дэну. Не знаю, что там будем делать. Насколько я помню, его этаж. Ответственный момент. Та-дам! Давно не виделись. Круто, бро. Это когда у нас камера такая быстрая. Оператор. Ё, она такая большая. Приехал. А, ты с этим привык. Давай свой я. Приехал. Как не было, вы что, ребят? Мы едем на тренировку. За 30 выпусков ни одного совместного южила? Нет. Это, кстати, это первый южил, Blackbirds южил, когда полный Blackbirds в составе. Все вместе в Москве? Да, мы все разъезжались по разным странам. Жизнь нас раскидывает, такова... По разным странам. Один только в другую страну уехал. Я вообще со вчера сдохший, я сейчас даже эмоции свои не могу описать, как я рад, что все 4 номера собраны. Я очень рад, очень рад. На моем лице это видно. Я очень рад. Этот уже начал выпендриваться. И этот начал выпендриваться. Один я не выпендриваюсь. Сейчас я возьму и фронт сделаю с этой на эту. Нашлись. Вы просто не знаете еще мои способности. Как этому, я четвертый, ты еще не знаешь, на что я способен. Ну да. И такой его кулак сжимает такой. Пафос. Да ё-мо, не, я четвертый прикольный. Да не. Не, секс подружбе. Подружбе. Я вчера смотрел. Смотрел? И как? Вчера смотрел. Офигенная комедия. Вообще, мне так понравился фильм этот. Только его с родителями уже не смотрели. Да, это Ясень Пень. Ну, сюжет даже похож. Да. Что такое? Ё. Ну, не обязательно я это вставлю. Так ты выиграл. Ну, это просто обязательно вставлю. Да. Не. Просто прикалывай, смотрите объектив. Он у тебя, кстати, чистый, ты его что, полируешь, да? Шампион, кубарин, а? Полируешь или кислый? У тебя прям кислый. Раньше был такой, там слюни, сопли, харчки такие. Которые ты все делал. Я? Это этот там, ты там капли на моем фильме, вон вам капли, это все за тебя. Блин, я напился. Замечаете разницу? Нас четверо. Блин, я знаете как, смотри. Курбан начинается 6 ноября. Вот ты третий раз нас четверо. Снимаешь. Весь Blackbirds. Я тебе четвером. Вот снимаю, вот снимаю. Вот смотри. Ты не парься, я это не вставлю. Раз, один, пять! Ты что, 4! 32? Да. 2 плюс... Да. 1 плюс 1 плюс 1. 45. Бля, давай смотри, ты снимаешь по кругу, я что-нибудь делаю, ну, типа там, потом Дэн откуда-нибудь там улетает флипом, ты там встаешь, что-нибудь делаешь. Я ставлю камеру и что-то. Ты с камерой что-нибудь делаешь. Не-не-не, ага. Не надо со мной с камерой. Особенно Адель рад этому новому. Не-не, короче. Рад этому новому. Тихо. Раз. Давай, Дэн. Давай. Адель, боковушка, давай, мочи боковушку. Санек, иди сюда, бери камеру. Лучше порадкайся. Еее! Все, вас четверо. Четверо. Fuck.
Не, мне прикол тот момент, я просто усрался, который это самое. Пошла на диван. Блин, реально. На том моменте просто... Снимай поближе. Короче, тролль года. Я заколебался их ждать и поехал один на лифте. Они остались наверху. Ну пусть там тусуются. Стой, стой. Ой. Фак. Я не на... Фак, я нажал на кнопку стоп. Я не знаю, что будет. Кто это там захерит? Кто это там захерит? Не дал мне свой. Я, кстати, на кнопку стоп нажал. Это что? Это означает стоп. Я выйду из лифта. Ты сейчас нажал на кнопку. Когда начал ехать, я почему-то на нее нажал, не знаю почему. Ты ванник. Я знаю, я не остановился. А просто я прикинь, я только собираюсь выходить, дверь закрывается, и он едет вверх. Я хотел это. Стой, брат. Стой, брат. Я понял, конечно. О, вот видишь, как быстрее сразу. Адалят, я нажимаю. А ты дверь закрой. Я нажимаю, а я дверь не закрою. Вот гад. Надо меня снимать. Ты сломал мою дверь. Глазок выскочил, когда Адалят закрыл дверь. Это не я. Plus willing, it's all a true killer shit. You know we get them involved, we're too diligent. They say the music is strong and too militant. You better come out quick, your hands up, we got you surrounded. I'm in the back, changing my outfit. We said break, we gon' send the housing. I said wait, here I come, here I come, here I come. You boys get ready, cause here I come, here I come, here I come, yeah. Black and world life, and it's what you call. Вот этот чел готовится к этому Малкирусу. Но вот это мороженое ему не дает пока нормально пойти и сделать это в HD. Только ты за HD, кстати, сейчас. Что с фокусом? А вот. Ну, в HD твой грязный рот. Чтоб все видели. Ну что, приятного пожрать? У меня еще. О! Скажи, Адольф, как дела? Здорово. Я пытался пройти весь этот бордюр длинный, но мне не получилось. Я вижу. Раз уж ты стоишь рядом со мной, значит не получилось. Да, видите вот этот бордюр? We smoking junkie alcoholic. One foot in the grave, one foot in the toilet. Still I'm on stage in front of an audience, disturbing the peace and the local ordinance. This pimp shit popping. I need coordinates. My ETA, I'll arrive by morning. Money long like arms on the lines of morning. Vampire chicks up blood, dust for dawning. Waiting to catch me sleeping, I'm not yawning. They in a VIP at the garden. They gon' jump me when I stop performing. I got something for them behind the organ. I always roll deep with my squadron. The shirt out front gon' sick the dogs in. That nigga talk about he got warrants. He said, hey, you better come out with it. Your hands up, we got you surrounded. I'm in the back, changing my outfit. He said, break, we gon' send the housing. I said, wait, here I come, here I come, here I come. You boys get ready, cause here I come, here I come, here I come. I'm in the darkness, heartless, fuck you regardless. Moving hardness, y'all just pressing charges, it's all.
Нормально. Я еще прикинь, сейчас иду. Короче, собак стоит. И, ну, вот этот газ, лай. Короче, воу-воу-воу, я собак бросил. Даже ничего не делает, не понял, что за фигня. Это как-то. Потом понял, там за забором другая собака лает, а это просто стоит. Ты как бы, ну, это офигенно собаку изображает. О, человек, о, вперед. Снимут тебя, снимут. Не переживай. Лиру 85. Причем он офигенный. Пейте вот это, яблочный маринад. А дурюма у кого? 50 грамм. Два. А у вас вот такой. Ну вот так уж не надо выставлять, извините, стаканы свои. Вы же все-таки как-то... Понимаю. Да. А то, что скажешь, что ж уже со спиртом. Ну вот, познакомьтесь, это была мамбет-женщина. Да. А как же иначе?